Как вовремя он появился. Куда ты? Мы еще не договорили. Как же бесит невидимые эти враги. Бля. Это даже не описать словами. А ты еще что за хер? Вроде бы ничего полезного, хотя по-любому мог что-то упустить. No. Yes. Ого. Подавитель роботов. И что он дает? Увеличивает урон роботам. Всего лишь на 10%. What's that? My trap. Your trap? That's what I said. But like, why isn't it our trap, man? Our trap? I put my blood, sweat and tears into this piece of junk. I built it all by myself. Paid for the parts out of my own pocket. I even tightened those little gears. Gears? Bullshit! I can't see any gears, bud! Are you dumb and blind now? Look there! No, down there, damn it! The little trigger, right... Oh, shit! He really did put his blood, sweat, and tears into it. Yeah, Slum. По сравнению с тем чудищем, которое я собираюсь уничтожить, люди это еще. Еще те существа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опять эта статуя. Так, давай сначала с тобой разберемся. А твою же ж мать, я так и знал. Бегом, валим боком. Ага. О нет. За срез, конечно, спасибо. Yeah.
Фух, напряженное место, однако, напряженное. В принципе, терпимо. Так, с той статуи, я так понимаю, идти мне не обязательно. Вот сволочь. Моё. Так. Ну, тут ничего полезного нет. Ну, за клык спасибо, конечно. Заточка, конечно, прикольная, не поспоришь. Но мои клешни все-таки лучше. Так, а с тобой возиться мне не хочется от слова вовсе. Потому что то, что я выживу, в этот раз шанс такой себе. Так, а можно тут срез открыть еще? Видимо, нет. Обидно. Мне хана, мне хана, мне хана, мне хана, валим. Ни хрена себе, он еще и лазером умеет хреначить. Это просто что-то с чем-то. Все. Бля, мультизадачные твари. Да ты гонишь. Сволочь. Thank you.
Получай. Твоя голова моя. Hey there, Jordan. I bet you're wondering what's been going on. Seems like I can scheme even better than you. Getting my hunter comrades to turn on each other was easy. Almost too easy. All I had to do was to fan the flames. First with Jack, then with Faye. After that, I only needed a pawn. Strangled one of the rookies in his tent. The next morning, the fireworks started. They were so eager to blame each other, I only had to sit back and wait for one of them to crack. Didn't take very long. Both groups already had it in for each other. If my name happened to come up, I'd spread some rumors to muddy the waters. Took a bit of a gamble on that one, but boy, did it pay off. Faye tried to calm everyone down, but that was never gonna work. Even I didn't expect that kind of savagery. It was a bloodbath, plain and simple. I'll be the last man standing, Jordan. The reward will be all mine. Круто. Мы молодцы. Починили. Что ж, отлично. Теперь можно смело идти на следующую тропу. Срез открыт. Давай раздвигаем анус. Ого. Ага, это зона Ягуара. Ну, в принципе, в эту зону я и хотел, а вон туда вперед я пойду уже в самую последнюю очередь. Так что, по сути, все норм. Так, ну если я не ошибаюсь, я еще одну запись не нашел, которую от меня потребовали. Ну ничего, найдем. Well, well, what have we here? I thought we captured every last kid in this damn city. Let me go! Shut up, you little brat. AID Response will pay you a shitload of money to get their mitts on you. Да, бедная девочка. Что же ей пришлось пережить, пока мы лежали? Так, фронтальный костолом, но это по-любому молот. Красиво, не спорю, но, увы, не мое это. Потерянное семя. И для чего оно нам? Редкое семя органического растения. При должной заботе со временем оно может дать всходы.
Мне его что, еще посадить надо где-нибудь? Посадите 5 цветов, серьезно? Так. Так, ну цветов-то у меня больше нет. Я правильно понимаю? Да-да-да. То есть нужно еще семя искать. Hey, tin can, quit that ruckus and get to work. Ясно. Познавательно. Так. К технологическому институту. Но нам этот институт пока не надо. Можно, конечно, было бы сходить, но смысл. Мы сейчас решаем тут местные проблемы. И еще потерянное семя. To Gideon's Rock, Jericho City Worker number N335895C. You are now eligible to take a break from your daily responsibilities and enjoy nature's beauty. Powered by Creo's Envirotech infrastructure system, our purified air, partially organic trees, and cuddly animatronic critters are even better than the real thing used to be. But remember, spend your city-mandated leisure credits wisely. The City Council will not reimburse your time in case of dissatisfaction. Ну, кто бы сомневался. Так, хорошо. Сразу двое, это перегиб. Вы что-то, ребят, совсем страх потеряли. Так, еще одно семя. Одно мы посадили, два собрали, еще два осталось. Ну, в принципе... Ух, твою же ж мать! Иди ты нахер.
Бля, ты еще идешь за мной? Да я сказал, иди ты нахер, я тебя боюсь. Так, а можно мимо тебя пройду, и ты меня трогать не будешь? Иди нахер, я тебя прошу, просто иди нахер. Да, блядь, уйди ты отсюда. Класс, еще один, да вы издеваетесь. To Gideon's Pond. In 2057, our patron, Jonah Gutenberg, donated hundreds of exotic, genetically enhanced fish to our park. Look at them frolicking around in their natural habitat. It's a picture to die for, isn't it? Gideon's Rock, where Mother Nature takes a vacation. Валим боком, там ничего интересного нет. Поэтому лучше не будем беспокоить то существо. Карта, спасибо. А для чего? Открывает отражатель у тропы пумы. Ага. Даже так? Так, а что будет, если спуститься сюда?
Ага. Так, и что данный фильтр мне сделает? Замедляет эффект отравления. О, я помню одно интересное место. До того, как мы вошли в гостиницу, там у нас было место, где была куча яда, и туда можно было бы попасть. И, соответственно, если повезет, то, возможно, мы туда пробежим и посмотрим, что ж там такого интересного. Of course I did. Like a real pro. Where'd you stash it? Over there. No, not there. The other side of the room. You see that statue? Yeah, what about it? It's just a piece of junk. It's a piece of art, you Philistine. Good vintage, too. My mom was born that year. Stickers. Ладно, активируем еще один. И более-менее разобрались. Ну как бы мы две аудиозаписи нашли, если не ошибаюсь. Вот, самую первую мы вроде бы где-то не нашли. Только где ее искать, я так пока не понял. Так, найти 5 семян. Теперь наша главная задача. Реально интересно, где же еще 2 семени найти? Срезы я люблю. Ну что ж. Теперь идем по пути лошадки. Ты откуда тут взялся? Понял. Прилетело.
Я тебя прошу, просто успокойся. Давай предположим, что мы друг друга просто не видели. И все. Какие проблемы? Вот, срез очередной. О, круть. What now? That ain't enough, man. It's all or nothing. Круто. Waiter. Ну подумаешь, одну не нашел. Ну и что? Хотя я видел место, где есть запись, но только я ее вроде бы не знаю, как подобрать. Так, а это? Где у нас срез? Любопытно. Ты и есть наше главное чудовище, которое мне нужно уничтожить, да? And there you go. Just press the button and the platform moves the statue to the maintenance area. Oh, come on. Why do I have to take the stairs? That piece of junk can walk on its own. Yes. It can also kill if you let her meander around unsupervised. Remember the Jones family? Right. Thanks for bringing the statue down, by the way. Wait. I thought you brought it down. God. These things creep me out. Ну давайте хотя бы одну статую спустим. Уже меньше проблем будет. Так, кстати, давайте вернемся обратно и посмотрим, что еще интересного тут есть-то. It's exactly 8 p.m. and this is Jericho Action News. Six weeks ago, a terrifying nanite-based plague known as defrag was discovered. AID have announced the release of a new experimental drug. A spokesperson proclaimed, you can feel safe at home. Конечно.
это ужас. Так, я хочу ту аудиозапись. Поэтому давайте сразимся. Ooh, 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 ooh.